Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Вот такое лето у нас сегодня за окошком. Сегодня, по-моему, 16 августа, если я не ошибаюсь. Но такое впечатление, что уже стоит глубокий сентябрь. Ну ничего, пасмурная погода, это еще не повод расстраиваться. У нас же есть любимое занятие, любимое хобби, которое нам отлично поднимает настроение. Итак, мои хорошие, сегодня мы добрались наконец-то до ростка. Мой свитер-подарок, который я назвала подарок, потихонечку начинает расти. Все сейчас мне очень-очень нравится. И как я и обещала для вас, покажу, как я буду вязать азиатский росток. Разложила вязание на кровати, потому что уже настолько объемная часть, которая просто не помещается у меня на столе. Итак, вот так вот выглядит сейчас эта работа. Я отделила спинку. Вы видите, здесь поставила заглушки. Это у меня пошло на плечо одно. Вот она, выделенная спина. И дальше пошло опять плечо, в смысле не плечо, а рукав. Рукав и пошло наперед. Вот сейчас я отделила ту часть, которая спинка. И сейчас мы с вами будем вязать вниз отдельно поворотными рядами туда и обратно сантиметра 3-4. Значит, что по линии проймы рукава? У меня она составляет вот здесь 20-21 сантиметр. Ну, пусть будет 21 сантиметр. Я даже сейчас еще точно померяю и покажу вам в камеру. Чтобы быть совсем уж точной, где-то 22 сантиметра, если вот здесь хорошенечко вот так выровнять полотно. Это что касаемо проймы рукава. Ну, я как бы все это дело примеряю на Лешика. Можно примерить, если нет, если вы вяжете на какую-то, ну, допустим, на заказ, тогда можно попросить заказчика какую-то вещь или попросить снять размер вот где-то чуть ниже плеча, точка, значит, и до того момента, где, так скажем, сгибается подмышечная часть руки, и немножко опуститься, либо померить это по какой-то вещи, по футболке, тому же джемперу или еще как-то. Ну, я вот меряю на Лешика и приблизительно как бы понимаю, сколько мне нужно связать. Да, что касается вот, вот этой части погона. Здесь не любая длина. И в начальных видео я говорила, что можно сделать спущенное плечо. Нет, спущенное плечо здесь не подойдет. И вот эта вот часть, это размер плеча. Размер плеча начинается от шеи, вот здесь вот где-то, и заканчивается до косточки, то есть там, где вот четко граница плеча. Это важный момент. Ну, все, об этом рассказала. Сейчас вниз вяжем 3 сантиметра обратно поворотными рядами. И дальше я включусь и покажу, что мы будем делать дальше. Не могла вам не показать. Посмотрите, какая туча стоит за окошком. Что-то страшное, что-то невообразимое. Но мне очень нравится вот эта картина. Посмотрите, какой контраст. Сама природа нам дает сочетание, то, что хорошо сочетается. Смотрите за окошко и впитывайте, и понимайте, какие цвета сочетаются очень хорошо друг с другом. И как важен
контраст. Посмотрите, как красиво за окном. Ну и вяжем 3 сантиметра. Итак, мои хорошие, провязала я, у меня получилось 4 сантиметра ростка. Я не знаю, сколько здесь у меня рядов, неважно. 4 сантиметра. И сейчас нам нужно померить это расстояние, чтобы определиться, сколько нам нужно добавить боковых петель для подрезов. Это зависит, конечно же, от вашего размера, какой размер вы вяжете. У меня вот здесь вот в ширину свитер должен быть где-то 60-62 сантиметра. Это вот на Лешин размер. Вот Пуся к нам пришла. 50-52. Значит, сейчас у меня спинка. Ну, не буду уже, поверьте на слово, я измерила тщательно. Даже здесь вот булавочками все это дело к кровати пристегнула, чтобы хорошо померить, сколько же сантиметров составила у меня спина. И сейчас у меня получается 47 сантиметров. Помним, что нужно, ну давайте до 60 сантиметров мне нужно, чтобы была ширина моего свитера. Значит, мне нужно добрать, получается, 13 сантиметров. 13 делим пополам, где-то по 6 сантиметров мне нужно добрать на подрезы, то есть вот здесь. Сейчас возьму крючок, а то как-то рукой неудобно показывать. То есть вот сюда на подрез мне нужно набрать 6 сантиметров с одной стороны и 6 сантиметров с другой стороны. Опять же, вы это смотрите по своим размерам, какой ширины свитер вы хотите. Сейчас я, так скажем, отделю наши рукава, соберу их как-то либо на леску, либо, ну, в общем, придумаю, либо на нитку, и мы начнем соединять теперь перед и спинку и вязать уже отдельно наши туловища, а потом приступим, конечно же, вывязывать рукава. Посмотрите, что я придумала. Это, конечно же, не обязательно вам делать. Я не знаю, как на камеру передается или нет. Я добавила еще одну голубую ниточку сюда. То есть у меня получилось, что два сложения шелкового блеска голубого цвета. Вот сейчас попробую приблизить, чтобы вы понимали. То есть два сложения. И одно сложение — это вот дроп спуна. Это я сделала для того, чтобы вот здесь пошел красивый градиент. То есть здесь одно сложение шелкового блеска и пуна, а вот после подреза пойдет в сторону голубого цвета. То есть два сложения ниточки шелковый блеск и одно сложение пуна дропс. И поменяла спицы с 4 на 4,5, поскольку добавилась ниточка. В общем, подрез я вязала так. Вот уже очень хорошо вот здесь просматривается вот этот градиент. Думаю, что в итоге должно получиться очень-очень красиво и стильно. Не знаю, буду ли я еще белую нитку смесовывать, чтобы еще белый цвет появился. То есть сначала идет просто серая шелковый блеск с пуной, потом голубая с пуной и два сложения голубой и одна пуна дропс. В общем, вот так вот выглядит сейчас этот свитер красивейший. И сейчас мы будем добирать на подрезы с одной стороны. Посчитайте, сколько вам там петель. Ну, мне, наверное, я добавлю 5 петелек в одну сторону, наперед 5 петелек, то есть всего получается 10. И получается, что с другой стороны мы тоже добавим 10 петель. Итак, мои хорошие, отделила я наши рукава. Пришли на помощь мне стопоры, которые шли в наборе
с Ади Клик. Вот эти дорогущие спицы. У меня Ади Клик Лейс. Ой, отсюда выпали у меня иголочки. Я это все к чему говорю? Что в арсенале вязальщицы должны присутствовать разные инструменты. Как дешевые, так и дорогие. Вот я вам показываю этот стопор. Видите? Вот этот механизм клик-клик и леска. Леску, кстати, я покупала дополнительно тоже. В наборе шла красная леска. А вот эту золотую я покупала, вернее, не я покупала, а Лешек делал мне подарок, на, по-моему, на 8 марта. Покупал мне кашемир и вот этот набор дополнительных лесок и стопоров. Так вот, один стопор шел в Ади Клик со спицами, а второй набор дополнительные спицы, ой, дополнительные лески и такой же стопор. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Шелка, вот покупал, дарил мне Лешек на 8 марта. И получилось, что у меня два стопора, короткие лески из набора Ади Клик со спицами, которые шли и которые были подарены мне дополнительно. Вот это мне сейчас все очень-очень пригодилось. Я вот таким образом отделила наши рукава. И сейчас мы будем соединять перед и спинку, добирать петли на подрезы. Я, скорее всего, доберу 12 петель с одной стороны, 12 с другой. Можно добрать побольше петель, можно поменьше. Это как вы посчитаете нужным, какая ширина, во-первых, свитера вам нужна и на какой размер. Можно вот скорректировать в этих местах подреза. И вот еще одно хочу показать вам. Посмотрите, помните эти магнитные кнопочки с AliExpress? Поставила я кнопочку на мешочек, где хранятся у меня вот эти стопоры для спиц, и теперь я не переживаю, что они потеряются. Вот такая мелочь, а как она успокаивает вязальщицу и очень-очень удобно пользоваться. Итак, мои хорошие, вот он наш рукав, который я застопорила, так скажем. Вот стопор у меня. То, о чем я вам говорила, покажу еще раз, как это удобно. Это соединительный стопор, который соединяет лески. Стопор из набора Ади Lace Click. И можно дополнительно купить дополнительный набор лесок, и там будет еще один такой стопор. Вот у меня их два. Я заблокировала петли одного рукава и, соответственно, петли другого рукава. Итак, мои хорошие, вот она наша спинка. Это провязанный наш росток. Сейчас нам нужно добрать петли на подрез. Мы договорились, что у всех это будет разное количество петель. У меня будет 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и 12. Вот это мой подрез. То есть у меня 6 петель пойдет на перед и 6 петель на спинку. И сейчас мы соединяем вторую нашу часть. Это у нас получается перед. Ищем нашу. Сейчас разберемся во всей этой конструкции. Найдем. Вот она. Спица, сейчас я ее потяну, подтяну, чтобы мне было удобно вязать. И мы соединим перед и спинку таким образом. Это у нас рукав. Вот она. Вот они наши набранные петли. Аккуратненько все, чтобы ровненько было. Сейчас я уберу. Сделаю фон и дальше просто вяжем петли переда. Сейчас мы вяжем петли переда
и встретимся в конце ряда. И там, собственно говоря, будет та же самая манипуляция. То есть добираем 12 петель. Я называю это узелковым способом. Вяжем, соединяем со спинкой, вяжем петли спинки. И дальше я расскажу о своей задумке. Я просто покажу вам, как я буду делать имитацию шва, чтобы вещь была, ну, уж совсем стильной. Повторюсь, очень нравится этот мой подарок Лёшику, хозяину этого свитера худи. И, судя по вашим комментариям, я поняла, что уже многие приступили вязать эту модель. Модель на самом деле вяжется очень быстро. Если бы я как бы была опытной вязальщицей и связала бы уже не один реглан и понимала, как красиво вывязывать эти петли, то модель бы связалась еще быстрее. Но я считаю, что и так темп я хороший задала. Уже тут буквально прошло несколько дней, а я уже приступила вывязывать туловище. А туловище — это уже, на мой взгляд, самая простая часть. Там будет вязаться просто прямо. Низ я планирую украсить платочной вязкой. У меня не будет здесь резинки. Мне кажется, резинка так как-то банально будет смотреться в этой модели. Я свяжу просто платочной вязкой. Рукава, край рукава будет связан платочной вязкой. И низ изделия тоже свяжу платочной вязкой. Так, ну, пока отключусь, свяжем до конца и дальше опять включусь. Итак, дошла я до второго подреза. Хочу сказать, что я немножко изменила количество петель на подрез. Не подумала, что нужно нечетное количество, так как у меня будет имитация шва, то есть одна изнаночная. Поэтому я вот в этом подрезе, который мы с вами вот здесь вот петельки добирали, я добавила еще одну петлю. И в итоге получилось 13 петель. Сейчас опять добираем таким же способом 13 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Не растягиваем, но и не затягиваем. Это наш рукавчик. И вот он наш. Наша спинка. И соединяем с нашей спинкой. То есть подвину сейчас спицу и соединю перед и спинку. Итак, вот соединила я вторую часть. То есть теперь у нас перед и спинка с двумя подрезами. И вяжем спинку. Теперь все делаем по кругу. Единственное, в центре подреза, то есть это 6 петель по одну сторону, 6 по другую, и 1 13 петля, так скажем, она будет провязываться изнаночной. Я хочу все-таки сделать, чтобы было не гладко, а была имитация шва. Вот эта петля изнаночная и будет у нас имитацией шва. Ну, думаю, я понятно объяснила. Сейчас провяжу несколько рядочков и покажу вам, что же у меня в итоге получается. Итак, мои хорошие, провязала я тут несколько рядочков, когда мы уже с вами присоединили спинку и перед, связали петли подреза. И вот она, эта петелька изнаночная. Вот вы ее все видите, которая будет имитировать шов, боковой шов с одной и с другой стороны. Я планирую такую петельку сделать и на рукаве. То есть вот такая подчеркнутость шва будет и на рукаве, и на боковых швах этого прекрасного свитера худи. Дальше все вяжется прямо.
Вот они, вот он наш один рукав, такой же и второй. И для тех, кто торопится, им, возможно, быстрее меня свяжет туловище, я расскажу, что делать дальше. Вот он наш росток, это спинка получается. Дальше нам нужно будет, когда будет связано туловище, мы приступим, естественно, вязать рукава. Нужно будет добрать аккуратно петли вот в этом месте. У меня, повторюсь, это 4 сантиметра. Но нужно их будет сделать из протяжек на ряд ниже. То есть вытянуть петли, чтобы здесь красиво все получилось и аккуратно. Не за вот эти, за краешек, так сказать, за кромочную, а на ряд ниже. Ну, во всяком случае, это так буду делать я. То есть я доберу вот здесь вот несколько петель из протяжек на ряд ниже, включу их в рукав. Ну, мне сейчас в камеру не очень хорошо видно, но я думаю, что я донесла до вас, как сделать так, чтобы было красиво. Этот шов у нас останется с обратной стороны, с изнанки на пройме рукава. Но здесь буквально будет 3-4 петли. И потом мы приступим вязать рукав по кругу. Я не знаю, буду ли я убавки делать на рукаве, или он будет прямой. Скорее всего, буду. Но до этого еще нужно дойти. А пока мы с вами вяжем туловище. Просто в круговую, по прямой, безо всяких прибавок и убавок. Это, наверное, самая простая часть этого красивого свитера худи. Ну а дальше приступим вязать рукава. Итак, мои хорошие, за окошком у нас идет дождик. Там где-то далеко пытается выглянуть солнышко. Вот сейчас я делаю акцент на этом. Но опять все у нас затянулось. Ах, как же красиво! Посмотрите, какой красивый клен. В общем, вот такая погода стоит у нас в Москве. Лужицы, но потеплело. Во всяком случае, не так холодно, как было. Я всем вам желаю хорошего настроения, неимоверного полета фантазии. Всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.